Кафедра фармации была создана в 2018 году и располагается в одном из зданий Института фундаментальной медицины и биологии по адресу улица Карла Маркса, 76, корпус 2. На кафедре фармации студенты обучаются в прекрасно оснащенных специализированных аудиториях, включая симуляционный центр «Учебная аптека», предназначенный для освоения практических навыков обучающихся. На кафедре студенты изучают профильные фармацевтические дисциплины с использованием современных инновационных технологий обучения в рамках специалитета, готовят востребованных фармацевтических специалистов квалификации провизор с возможностью трудоустройства в системе фармацевтического обращения. Это розничные и оптовые аптечные организации, органы государственного регулирования, фармацевтической деятельностью и другое. На специалитет фармация в Казанском федеральном университете поступают абитуриенты не только из нашей страны. С каждым годом становится все больше студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Растет удельный вес обучающихся из стран Евразэс, что обусловлено динамичным развитием единого фармацевтического рынка Евразийского экономического союза с унификацией требований к фармацевтической деятельности. Симуляционные технологии учебной аптеки Института фундаментальной медицины и биологии позволяют в рамках дисциплины фармакогнозия осваивать методы анализа лекарственного растительного сырья и фармацевтических субстанций на его основе. Студенты осуществляют фармакогносистический анализ с использованием современных биологических микроскопов для точной визуализации диагностических признаков сырья. Также в рамках дисциплины особое внимание уделяется навыкам физико-химического анализа, применяемым для контроля качества лекарственных средств. Несмотря на динамично развивающийся фармацевтический рынок, ввиду отсутствия альтернативы некоторым лекарственным формам, в современном ассортименте готовых препаратов в настоящее время сохраняется актуальность экстемпорального или аптечного изготовления. В рамках дисциплины «Фармацевтическая технология» студенты на базе симуляционного центра «Учебная аптека» в полном объеме осваивают эти практические навыки. На базе кафедры фармации функционирует СНК «Фармация ИФМИП», в рамках которого студенты, а также молодые специалисты, имеют возможность заниматься научной деятельностью по направлению разработка способов получения противомикробных фармацевтических субстанций и методик их стандартизации. Наш студенческий научный кружок организован всего 3 года назад, и за это сравнительно небольшое время имел возможность принять участие в таких мероприятиях, как Всероссийский конкурс кружков, Международный студенческий фестиваль GXP Fest 2022, а также на внутренних мероприятиях Казанского федерального университета, таких как Фестиваль науки «Территория знаний», «Открывая мир науки» и научно-популярном проекте «Пронаука КФУ», а также многих других. Каждый год члены студенческого научного кружка кафедры фармации являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады «Я профессионал», участниками стипендиальных программ, что свидетельствует о влиянии деятельности кружка на уровень профессиональной подготовки обучающихся. Кафедра фармации является выпускающей кафедрой по специалитету фармации, по окончанию которого выпускники продолжают обучение на нашей кафедре в рамках ординатуры по направлению управления и экономика фармации. Наряду с образовательной деятельностью сотрудники кафедры активно участвуют в междисциплинарных исследованиях в рамках приоритета 2030, куда привлекаются лучшие выпускники, которые остаются в аспирантуре. Принимая во внимание важность проблемы обеспечения населения нашей страны отечественными препаратами, в настоящее время оптимизируется образовательный процесс в контексте подготовки кадров для фармацевтического производства и аптечного изготовления. Этому способствует наше сотрудничество с производственным объединением Татхим Фармпрепараты и государственным унитарным предприятием Татех Медфарм, которые являются базами для прохождения учебной и производственной практик.